Дайте, пожалуйста, 6 открыток. Постокарду 6 枚ください. И еще дайте, пожалуйста, 6 конвертов. それと封筒を6枚ください。Итого 720 рублей. 全部で720ルーブルになります。Я хочу отправить эти письма в Японию. これらの手紙を日本へ出したいのですが。150 рублей за каждое письмо. 一通につき150ルーブルになります。Я могу отправить вещи отсюда в Японию. ここから日本へ荷物を送れますか? Конечно, можете. もちろん送れますよ。Напишите, пожалуйста, адрес получателя и адрес отправителя. 宛先と発送人の住所を記入してください。Когда примерно вещи будут в Японии? 荷物が日本に届くのはいつ頃ですか? Через две или три недели. 2-3週間後になります。